Всем привет! Я начинающий водитель. Опыт самостоятельного вождения около 2 месяцев. Хотел поделиться несколькими советами тоже с начинающими водителями. Советы такие. Бывает, садишься в машину, там что-то забываешь делать перед тем, как трогаться, и сразу не можешь трогаться. Вот поэтому можно весь алгоритм выписать и закрепить на козырьке. Ну, каждый там может свою шпаргалку сделать. То есть вот я тут себе выписал. Не забудь там ремень, например, сиденье поправить, ближний свет включить, выключить свет в салоне, блокировки, если надо, двери, зеркала поправить, проверить, чтобы были все документы водительские на месте, ручник, конечно же, не забыть, очки приготовить, кто в очках водит. Вот. И то же самое, когда из машины выходишь, тоже не забыть. Там окна, двери, свет, ну и так далее. Там у каждого свой список будет. Вот. Еще такая штука есть, такие штучки, которые контролируют открытие-закрытие. То есть каждый раз, чтобы их не проверять, после того, как вы вышли из машины, двери закрыли, там бывает, видишь, там стороны. Водители дергают двери, все ли закрыто. Потому что не всегда по ним понятно, закрыто, не закрыто. Они бывают достаточно высоко так торчат. То есть я тут такие белым маркером на черном фоне пометки сделал, что дверь закрыта. Видите, сейчас она открыта, белая полоска видна здесь. Сейчас нажму, раз, он все закрылось черного цвета. Раз, опять открылось. Вот, и еще один совет тоже хотел, то есть по зеркалам, видите, я установил у себя дополнительные кругленькие такие зеркала в углу. Они больше обзор дают нижней части. Ну, там их можно регулировать, крутить вокруг оси. То есть налево зеркало и направо зеркало. Очень удобно, когда делаешь, например, поворот и не видно бордюра. И чтобы вписаться, такой получается контроль происходит с помощью этих круглых зеркал. То есть очень штука удобная. Вот, в общем, такие вот советы от начинающего водителя, тоже начинающего. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.